Здравствуйте, меня зовут Михаил, и в этом ролике я сделаю вам небольшую экскурсию по сайту «Стройгарант Анапа». Дело в том, что, как оказалось, многие не знают весь функционал нашего сайта, а там есть действительно полезная информация, которая вам точно пригодится. Что ж, у меня уже открыт браузер. Неважно, какой у вас, Google Chrome или Яндекс. Открывайте любой поисковик. И в строке поиска пишем «Стройгарант Анапа». Нажимаем по первой ссылке, только обращайте внимание, чтобы эта ссылка была не рекламой. Как, например, здесь. Итак, мы попали на главную страницу нашей компании. Ссылка sga23.ru. Никаких других символов нет. Значит, это точно официальный сайт. Перейдем к главному. На нашем сайте есть личный кабинет, чего нет ни у одного аналогичного застройщика. Давайте сразу покажу, как зарегистрироваться и объясню, для чего он нужен. Нажимаем «Зарегистрироваться». Далее вводим необходимую информацию, после чего нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Все. Мы успешно зарегистрировались. Сразу обращаем внимание на настройку приватности. Что это значит? Что когда вы приобретаете дом, в вашем личном кабинете вы сможете отслеживать весь процесс постройки вашего дома. Сюда будет приходить фотоотчет, а также другая информация. Для того, чтобы вы могли делиться прогрессом с родственниками или друзьями, оставляйте галочку на «Видна всем». Соответственно, если наоборот, тогда ставите «Видна только мне». Я еще не приобрел себе дом, поэтому у меня пока нет никакой информации. Теперь вы поняли, зачем нужен личный кабинет. Хочу отметить, что в будущем функционал будет добавляться, поэтому лучше всего следите за новостями в нашем телеграм-канале. Вернемся на нашу главную страницу и теперь пройдемся по вкладкам. В разделе «Наши поселки» в ЖК «Жемчужина», «Азовский» и «Встречный» есть так называемые 3D-туры. Давайте покажу. Переходим в один из ЖК и попадаем в 3D-тур. Снизу у нас есть панель управления, где есть разделы и необходимые кнопки. Если она нам мешает, мы просто можем скрыть ее. Но она нам еще понадобится. Давайте сделаем во весь экран, чтобы было удобнее. Перемещаться мы можем как нажимая мышкой по картинке, так и двигаться кнопками управления. Еще можем приближать и отдалять. Как видите, сейчас находимся на улице, давайте переместимся к дому. Можем оценить внешнюю часть дома, а также обстановку вокруг. Далее зайдем во двор, можем его обойти и зайти, к примеру, через террасу. Далее можно разглядеть внутреннюю отделку дома. Примерно вообразить, какая у вас будет отделка. Если ваш дом будет двухэтажный, тогда можно подняться на второй этаж. Согласитесь, круто, что так можно все посмотреть. Для вас старались как-никак. Что ж, можно выходить из этого меню. В разделе «Проекты» мы можем для себя сразу что-то выбрать и уже обратиться в нашу компанию с конкретным вопросом. Также не забывайте, что если вы хотите что-то изменить в любом из проектов, то это вполне осуществимо и реально. Главное – желание. В следующем разделе уже готовые дома, которые ждут своих хозяев. Если вы не знали, то мы проводим экскурсии по нашим объектам, поэтому смело обращайтесь. Далее в разделе «Видео» можно посмотреть наши ролики из YouTube-канала. Кто не знал, у нас он есть. Туда выходит очень важная информация. Вот, например, недавний ролик. Мы запустили розыгрыш, где победит каждый. Действует он до 31 августа. Все условия и подробности смотрите в ролике. В разделе «Новости» уже название говорит само за себя.
Поэтому здесь есть что почитать. По остальным вкладкам все так же. Если хотите, можете оставить свой отзыв. Что ж, это был обзор сайта «Стройгарант Анапы». Спасибо, что досмотрели. Ставьте палец вверх. До скорого! Thank you.